почему, блядь, все-таки, блядь, фетиш на косу неудобно? Эти змеи — это просто талон неудобного босса. Единственная возможность нормально наносить урон через огнестрел. Но у огнестрела же ограниченное число патронов все-таки. Потому что на паузе было. Я тут поменял немного снаряд. Как сражаться с этой? Просто не могу даже в толк взять. Это, скорее всего, последний трай. По крайней мере, для меня на сегодня. Потому что я уже начал гореть, а когда ты горишь, тогда дело лучше не становится.
Неужто действительно последний? Когда слов на ветер не бросаешь, последний край. What a shame. Придется полететь на ютубе. На грани тильта просто смог вырвать победу.
times, rose again. Без пощады. Так, Амрита мыслей.
Давайте глаза королевы. Посмотрим ролик. Ну и посмотрим. Это мы. Сразу видно по выбритому лицу. Давно я не был в Тауэре. Те, кто раньше приносил мне проблемы, сейчас просто слабаки. Даже драться с ним невыгодно. Просто пробегусь.
Ох уж этот мрачный Тауэр, навеивает воспоминания. О, почти даже способны меня убить. Невероятно. Да, не беспокойся. Я тут просто погуляю немножко. А вы сразу интрудер, интрудер. Я вот гость из Японии. Ой, ну и ебала. Ты наш цех по производству суперсолдат, да? Родная Англия удивляет.
минус первый. I served as eye for Queen Elizabeth, ruler of the Seven Seas. Nothing escapes my sight. The Amrita from Japan has the power to allow anyone to conquer all of Europe. Nay, the entire world. The passing of our beloved queen sadly leaves the fate of the country in our hands. William, join me. Your country needs to. How disappointing. Ты урод.
are really our friends. No, they are with him. You sick bastards! Честно, надо немножко его вывы, а так, в общем-то, ну лучше, блядь, я могу его пиздить мечом, нахуй. Лучше, чем дракон.
Пошел им! Это получается самый эндгейм босс. Опять атаки, пиздец, выносит. Еще не хиляция, к черту. И это печально. Надо как-то перебить его хил. Ну вот и все. Останутся только побочки, получается. And now you see nothing more. Что я увидел, останется тайной.
Яр-яр, это все. Сейчас за, так сказать. Так сказать. За тизерю. Получилось за хуизерю. Достойный команду получил. Ой, е. Оу, е, мистер Крэпс. Блин, надо подтратануть, а то миллион.
Ну вот, в общем-то, и все. Нихуя не все. Надо сейчас полететь в память. Теперь точно все.